Тем временем лагерь «Солнышко» больше не принимает детей. Такое решение было вынесено на основании результатов проверки, сделанной управлением Роспотребнадзора. Согласно данным ведомства, в лагере установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемических требований. Потому суд пришел к выводу о том, что совершенное правонарушение представляет собой повышенную общественную опасность, так как посягает на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в данном случае детей. Постановлением суда лагерь закрыт на 30 суток. За этот срок здесь должны устранить все нарушения. ЧП в оздоровительном учреждении произошло 11 июня, буквально через несколько дней после открытия первой смены. В больницу с отравлением были госпитализированы 24 ребенка, а еще 17 находились на амбулаторном лечении. Через 4 дня всех пострадавших детей выписали из больницы.